Ежегодно девушки Казанского федерального пробуют свои силы в самых громких конкурсах. И что немаловажно, закончив вуз, не перестают прославлять доброе имя «Альма-Матер» как в пределах страны, так и за ее пределами. И осень этого года не составила исключения. Уже сейчас выпускницы Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ готовы представить университет город Казань и всю Республику Татарстан на международном конкурсе «Мисс земного шара», который на сегодняшний день проходит в Албании и Испании. Ощущаю себя здорово, поскольку мне очень нравится общаться с иностранцами, познавать новые культуры. У меня нет проблем в плане языка, поскольку я преподаватель английского. Вместе с другими конкурсантками Гузель Шахудинову ожидал выход в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Кроме того, она продемонстрировала свои умения на конкурсе талантов. Международный конкурс красоты «Мисс земной шар» в очередной раз показал всему миру, что Казанский федеральный является не только кузницей наук, но и центром притяжения самых талантливых и видных девушек. Аделя Шамилова, Универньюз.